Будет ли бросок? Наброс на ворота. Гол! Вы не поверите, это не наброс. Достается на Спартаку. Движение вперед с их стороны. По дальнему борту 25-й номер. Телехаджаев выкатывается на ворота. Спартак и шайбу забрасывает. Вот так. Не хотел я списывать совсем не зря Спартак со счетов, потому что ребята в итоге отличились. 2-6 за 10, за 11 минут до завершения встречи. Отлично. Поживее пойдет игра. Не время, не нам расслабляться. Состав играют команды. Кузнецов на льду. Передача какая! Перебросила передачи и переправляет в ворота шайбу. Игрок вот так вот. Только гранд состава начали играть команды. Два в пользу сегодняшних хозяев, красавцы Павлова, чертили шикарно, кстати, зарутили, по-моему, это был кромбер. По-моему, снова седьмой поразил ворота. Арметьев, и один в один может получиться выход. Бросок! И счет у нас становится 1-1. Переиграл голкипера нападающий Арметьев. И Булит был прекрасной передачей. Вывел своего партнера, по-моему, Борис Морин. Клюшка! Вот это да! Вот это голище! Михаил Кромберг! Ну просто браво, Миша! Если я правильно увидел...